Глава города Владислав Пинаев поздравил ветеранов комсомольских организаций Нижнего Тагила. Торжественный прием прошел в администрации города. Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики сообщил, молодые тагильчане стремятся продолжать дело предыдущего поколения, хоть и не являются комсомольцами. Волонтерское движение – это то движение, благодаря которому, и в общем-то, при непосредственном участии волонтеров проходят все международные, российские, региональные и городские мероприятия. Здесь, ну, наверное, вы все это слышали, да, и вот сегодня с нами тоже представители волонтеров Нижнего Тагила, это самое крупное у нас любительское объединение. И в год волонтера я просто не мог сказать об этом. А это те же добровольцы. Комсомольцы, добровольцы, вот которые, в общем-то, были всегда и остаются, слава богу, сейчас. Ветеранов комсомола наградили благодарственными письмами Международного комитета по проведению мероприятий, посвященных столетию ВЛКСМ. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил собравшихся за трудовые подвиги прошлых лет и активное участие в сегодняшней жизни города. Очень большое количество людей прошли через эту школу поколения, я бы сказал, школу ВЛКСМ. И я вступал когда-то в ряды организации, которая, конечно, на сегодня уже не существует, не существует страны, но тем не менее это большой период жизни многих. Кто-то более активно участвовал в работе данной организации, кто-то менее. Но это задор, это тот энтузиазм и те трудовые подвиги комсомольцев, и не только трудовые, боевые подвиги комсомольцев. Это на самом деле наша история. Напомним, комсомольцы Нижнего Тагила в этом году отмечают столетие со дня создания всесоюзной организации. В следующем вековой юбилей наступит у Нижнетагильского отделения Комитета советской молодежи.